Люди нас ждут еще на выходе. Их отлично, много. Ну, а это дежурство по подъезду. Все очень исправно дежурят. В свой первый приезд меня отвели в универмаг номер один, который находится на центральной улице города. Про просторные залы, отсутствие каких-либо очередей. А более внимательный взгляд на магазин дал понять, что в принципе в этом магазине никто ничего не покупает. То есть все присутствующие в магазине — это просто, ну, как посетители выставки достижений народного хозяйства. Совсем рискованный был эксперимент в центральном магазине. Я видел, что, в принципе, что-то мелькало такое цветное. И вот однажды мне удалось в этот магазин войти. И я, конечно, был поражен, что этим цветным, что я видел из проезжающего автомобиля, были надутые шарики, лежащие в витринах. Сейчас мы снимаем очередной эпизод. Счастливые дети выбегают из счастливой школы. Вот как это происходит. Вот там впереди корейские организаторы. Они... Вот уже не могу говорить, потому что подходит один.